Вот мы пришли в этот ресторан, вот так потом видим. И сейчас, ровно в 9 часов вечера, к нам придут повара и будут нам готовить, устраивать вроде какое-то шоу. Muy bien, vamos a hacer algo romántico. Hay alguien que está aquí presente que cree en una línea. Ánimo. ¿Sí? Oh, wow. Todos van a tener una línea. Вот так выглядит завтрак. Вроде много чего есть поесть, но в последнее время я ем только яйца, только зубику. Можете сделать блинчик и давать. Вот наш номер. Большая кровать. Тумба с телевизором. Пожалуйста, тут мини-бар. Тут еще стоит водичка. И M&M's или какие-то еще печенюшки. Вот кофеварка. Водичка. Вот такой вот вид из окна. Вот это вот эта площадь, это там, где проходят свадьбы, они проводят или какие-то банкеты. Вид на море, вид на лагуну. Вот. И вот такой вид снизу. Не очень, конечно. Балкона нет. И вот, пожалуйста, ванная комната. Раковина. Душевая. Дверь ужасно скрипит и ужасно не закрывается до конца. Ванна. Вот так выглядит вход с отеля на пляж. Вот эта дверка ведет в зал спортивный и в спа. Также там есть, я понимаю, туалет для тех, кто... Ой, тут даже кто-то занимается, смотрите. Очень много кто занимается. Первый раз такой вижу. Вот тут туалет. Наверху теннисный корт, на котором я никогда не была. И спа-салон, в который я один раз зашла, и после этого дядька этот никак от меня не мог отстать со своим массажем. Покупай, покупай.
Вот, все загорают, всем хорошо. Ну, кто загорает? Один человек загорает. Это теплый бассейн и что-то наподобие джакузи. Вот он, Сандес, во всей красе. У некоторых даже есть балконы с двумя стульями. У нас, к сожалению, в номере нету балкона. Вот на этой зеленой лужайке еще иногда происходят всякие представления. Приезжали там гимнасты, там что-то с огнем там игрались. В общем, ну, интересно, но как-то что-то не впечатлило. Это, кстати, холодный бассейн, и там внизу тоже холодный бассейн. Ну, в смысле, что он подогревается только от солнца.